Александр Смирнов начал спортивную карьеру по меркам единоборств довольно поздно. На его пути были бокс и ММА. Некоторое время назад он узнал о шахбоксе, выучился играть в шахматы и остался в этом направлении. В Советском Союзе играли в шахматы, ну, боксеры в шахматы постоянно такие. Связь шахмат в стратегии и тактике, в интеллекте, наверное, все-таки, в развитии интеллекта. Также, что ну, здесь надо думать, и там, соответственно, надо думать. Ну, как на войне, шахматы же, это же игра военная получается, да, то бокс это тоже такая же война, там, в ринге только. Изобретение шахбокса преследовало благородную цель. В обществе существует стереотип, что бойцы, вне зависимости от вида единоборств, так часто получают по голове, что весь интеллект нещадно выбивается. Шахбокс позволяет развеять этот миф, продемонстрировав, что личность может быть гармонично развитой. Поединки по этому виду спорта официально проводят с 2003 года. Энки Билан, получается, это был он фантаст, он рисовал комиксы. Вот, почти, да. А это Эппи Рубинг, это вот который непосредственно он перформансы делал, он художник сам по себе такой, ну и активист, получается, спортивный. Ему очень нравился вот по прочтении книги, ему понравилась очень идея. Там у него в комиксе, получается, какая-то планета, и там было сражение между двумя вот этими человеческими, какими-то роботами, что ли, вот по шахбоксу. Вот правила были там уже и описаны в этом, в комиксе. Ну, а Эппи взял это, и это, кстати, первый был у них бой между друг другом, друзья, да, первый бой шахбокса. Постепенно вид спорта стал входить в массы. В этом году чемпионат мира прошел в Турции, в Анталии, с 12 по 17 ноября. Рязанский спортсмен стал вице-чемпионом. Чемпионом стал француз, вообще очень хороший. Ну, ребята вообще, ну, адекватные. И не хватило шахмат, знаний. Да, прям оказался он, ну, достаточно серьезный, наверное, на уровне, ну, мастера, наверное, вот, по шахматам. Серьезно хороший, там, ну, проиграл по времени, не хватило времени, ну и там и вариантов-то не было. Сразу в первом, получается, раунде зевнул этот ферзя, ну и все это комом катится и не получается сначала. В России шахбокс определенно прижился. Вот и Александр активно продвигает его в Рязани. Дети, которые приходят в секцию, непременно изучают еще и азы шахмат. Вообще, да, если честно, заставляю всех играть. Не всех заставляю выступать там в ринге, там, да, ну а в шахматы это как математика какой-то, да, развитие нейронных связей. Ну и полезно вообще для учебы. Вот, поэтому в шахматы играют все, хотя бы, ну, обучение на базовом уровне, так же, как и в боксе. В следующем году чемпионат мира пройдет в Италии на острове Сицилия. Будем болеть за рязанского спортсмена.